Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о своей покупке в интернет-магазине Naomi 24. И сегодня мы будем говорить с вами о гель-лаке Nail Urban Beauty, сокращенно NUB, номер 35. Итак, это относительная новинка на рынке нейл-индустрии. Гель-лак NUB выпускается в вот таких вот бутылечках по 8 миллилитров. Сзади есть описание, что это за гель-лак, как его наносить, как сушить, его даже состав, срок хранения, дата изготовления, сколько миллилитров и какой номер цвета. Значит, сушится этот гель-лак в LED-лампе 30 секунд, а в UV-лампе 2 минуты. Изготовлен в США. Срок хранения 3 года. Посмотрим цвет. Я заказала цвет такой джинсовый. Это номер 35. Такой холодный, можно даже сказать, пастельный оттенок. Не знаю, согласитесь вы со мной или нет. Вот такой вот, видно хорошо на видео цвет. Значит, густота. Вроде я читала отзывы о этом гель-лаке, что он очень густой. Не знаю, пока в бутылочке мне кажется, что такой средней густоты гель-лак. Посмотрим на типсе. По поводу плотности тоже будет видно после сушки. У меня, значит, вот такая вот прозрачная типса, на которой я вам покажу, как этот гель-лак смотрится на ноготочке. Сушу в лампе. Вот гель-лак NUB нанесен в один слой. В принципе, не просвечивает. Но сейчас мы посмотрим, как он будет выглядеть в два слоя. Отправляю сушиться в лампу. Итак, вот гель-лак NUB нанесен в два слоя. Цвет плотный, наносится гель-лак нормально, не растекается. Мне кажется, что даже немножко сам выравнивается на ноготочке. Также могу сказать, что гель-лак, нанесенный в один слой, тоже годится как подложка, например, для каких-то дизайнов. То есть, в принципе, достаточно плотный гель-лак, и мне он понравился. Я надеюсь, вам тоже понравилось мое видео. Спасибо большое за просмотр. Пока-пока.